И сегодня у нас будет реакция на третью главу Poppy Time. Ну точнее титр второй главы, который будет фиолетовый монстр. Мне кажется, это будет. А разбор, возможно, будет, но. Короче, let's go. Через 40 секунд начнется. Пока расскажу. Я ждал этого почти долго. Конечно, вышел второй тизер, но думаю, что все будет оки-доки. То есть все будет хорошо. Ну а пока. Давайте мы посмотрим на все. Это со стороны. И по реакции сделаем и сделаю небольшой обзорчик. Возможно, я что-то увижу. Что-то меня удивит. Поэтому let's go сразу же. Вперед. Ё-парасоте. Поезд горит. Нет, не как у Моти. Плейкер. То самое место. И чё там? А ну-ка. Опа. Это как из того дискорда у мобов. Тут это ч, обезглавили Хаги-Ваги, походу. Какая-то фотография чего-то странного. И ещё какой-то рисунок из того же дискорда. Что там? О, телефон. Тот самый. Что-ка, ну-ка, ну-ка. Что там? Опа. Если будет скримак, то я не удивлюсь. Довольно странновато. Очень. Свечи. Что это, интересно, даст нам? Вау. Крик какие-то. Это, походу, того фиолетового монстра. Вот он тот самый. Ты чё за... Ты что за... Не испугался вообще. Ну нифига себе. Третья глава. Дерслэп. Офигеть, так какое будет название? Винтер 2023. Винтер 2023. Офигеть. Не думал, что такое вот будет. Офигеть. Ну, ладно. На сегодня, думаю, все. Всем пока.